Так, сейчас коротенько пробежимся по герою Макри. Это коротенький обзор. 2-3 раза сыграем. Полчасика. И, собственно, увидим, какие способности у него что есть. Меткий стрелок, ульта, которая выцеливает врагов. То есть ты останавливаешься, начинаешь смотреть, ну, ты смотришь на поле боя. И на каждом из героев появляется такой черепок, насколько я понимаю, который означает, что если ты начнешь стрельбу, ты уже убьешь его. Но ты становишься очень уязвим, потому что, во-первых, говоришь понтовую фразу. Я не помню, какую, услышим, кстати. И, соответственно, тебя начинают обращать внимание, либо люди просто прячутся, чтобы ты не выцелил их никак. Кувырок на left shift, он не только помогает, немножко добавляет мобильности, сколько перезаряжает полностью револьвер. Очень важно. Светошумовая граната, небольшой рейндж у нее, и она глушает противника где-то на полсекунды. И самое главное, миротворец, наш верный друг. Это револьвер конца, кажется, 19 вроде века, да? Или как там? Ну, в общем, это классика вроде как жанра. Наносит хороший урон точечными выстрелами. Но у нее есть еще возможность сделать вот такую вот очередь. При этом очередь идет неточная. Видите, как цель увеличивается. То есть работать нужно на ближних дистанциях. Плюс привыкать к тому, что у вас немножко прицел наверх уводится. Ох, отстрелил. Это герой на точность. На точность и такой хороший ДПСер. Он может снимать фар, он может снимать снайперов. Он может неплохо работать при этом еще по танкам, если те подойдут поближе. Вот, сейчас попал по снайперу два раза. Все, нет снайпера. Он может неплохо работать как на дальних дистанциях, так и на ближних, благодаря серии выстрелов и светошумовой гранате. Собственно... Ой, что-то я... Пошел в бой. Да, не добежал. Ну, так обычно бывает, когда Райнхард бежит на бастиона. Это мазохизм чистой воды. Мне кажется, сейчас сверху пойдут. Ну, по крайней мере, должны попытаться. Ой, снайпер продолжает. Давай, высунься. Высунься, дура. Ой, фара здесь наверху. Ну, я лучше фару буду отстреливать. Она сейчас через 4 секунды, как у нее откатится, снова полетит. Вон она. Блин! Меня убил Макри вроде как. Да, Макри. Он такой же, видите? Два ковбоя перестреливаются. Хорош. Хорош. И снова в драку. Поехали. Вот, а если в закрытые помещения, то он, в принципе, тоже себя чувствует комфортно, потому что он может сделать вот так вот, раз. И светошумовую еще до этого, между где-нибудь кинуть, и все. То есть он огромное количество урона может вынести вот прям вот. О, двоих. Сейчас. Ой, распу... чья ульта? Вроде наша. Нет, вражеская. Да, это тот Макри, который меня убил. Паразит. У меня, кстати, тоже на ульту накопилось, но я ни разу в своей жизни правильную ульту не использовал. Пара спамит ракеты. Звенит колокол. Ох ты как. Блин, жесть. Кто-нибудь подлечить меня может? Блин, не кинулся. Надо начинать сразу на ближней дистанции, как только начинаются непонятки. Ешечку кидаешь и оглушаешь противника. Это даст возможность принять, во-первых, решение, подходить к нему ближе, например, и разряжать серию или развернуться и вылечиться. То есть первое, что нужно научиться за Макри делать, это точно и вовремя, быстро кидать светошумовую гранату. Коротенькая, такая хлесткая, но цель выводится сразу из... Ой, там, кажется, наших мочит. Мне бы как-то... Ой, наши. Хватит, пилот. Бегом к объекту. Ну сейчас я светошумовую кинул не сразу, опять же, но попал ей, когда кинул, но это было слишком поздно, потому что у меня в обойме осталось всего 3 патрона, и делать было больше нечего.
Макри 100% герой на точность. На точность, на реакцию он вот... Осталась одна минута. У него роль тоже весьма понятная. Нас штурмуют во всем. Ой, свои. Пардон. Хорошо, friendly fire нет. Надо выйти, ультануть. Хорошо. Ну кто мне позволит, да? Хотя можно попробовать. Блин. Риппера-то я не заметил. Ну как его заметишь? С телепортом в тыл сразу. Такое палево просто. Я бы ржал с этого Макри, который так ультовал. Захватываю точку А, к сожалению. Очень медленный герой. Ну вроде держит, пацаны, еще. Фара. Фара. Так, ребят, давайте, я готов. О, вообще ножок! Убил двоих, троих, но не хватило. Не хватило, Рипер пришел, и... А у меня ничего, у меня все в КД, только ульта есть на ульту. Второй раз не стоит перед его глазами юзать. Вот, а что касается обороны, я хочу здесь занять вот верхнюю точку. Во-первых, оттуда хорошо простреливать, и доступ туда есть только через коридор. То есть... Вот отсюда, ну, сюда можно кидать светошумовые и работать. Хотя можно, в общем-то, работать. Вообще ни одного раза не попал. Капец, стыд, чертов стыд. Наши где-то впереди, нам же нужно объект защищать. Объект Б, где они все? Там Рипер уже с тыла подходит, надо же им помочь, блин. Они там все раненые. Ёпрсете, ну как так? Вон он. Блин, да ё-моё. Трейсер. Сейчас зайдет сюда. Я должен на Ешку ее поймать. Давай, давай. Я слышу ее даже. Ну, давай, давай, родная. Ты хочешь, я знаю, хочешь. Да блин! Блин, промахнулся всем, промахнулся первой серии, промахнулся второй, промахнулся Ешкой, вообще, ну... Вон, вообще мимо, ну куда ты стреляешь, ну что ты делаешь? Короче, нужно на Макри настреливать, прям четко, это как Desert Eagle 1-3, помните? В старой доброй кваке. Четко стреляешь, бах-бах-бах-бах, желательно в голову, бах-бах. Так, слева снайпер работает, кажется. А, нет, справа. Вот и нет снайпера. Пара справа, минус 2. Будет заходить, скорее всего. Есть. Оп, 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 тихо. Вторая фара, что ли? Вот фара, кстати, зря взлетает. Она становится более привлекательной мишенью после таких мувов. Ну, потому что у нее теряется маневренность, и все, и ты ее просто выцеливаешь, и профит. Вижена нет, никакого. Да. Ешечка кидается только на ближней дистанции. Видите, смотрите, я кидаю вот оттуда, она только половину пути пролетает. То есть, по сути, надо ее юзать только тогда, когда все плохо. Так. Сейчас расплатим. Блин, что я сделал? Я отпустил кнопку. Такое, Вася. Ну что такое я делаю? Ну что такое? Ну кто так играет вообще? Ульту профукал. Тут выстрела, наверное, 4-5 сделал. Бестолковых абсолютно. Твою дивизию, ну как так, ну?
Так, турелька стоит. Ладно, у нас тут синергия будет с ней. О, хорошо. Пару выцелил. Ой, чар сейчас пойдет, кажется, да? Я не пойму, куда наши люди лезут? Нам нужно минуту точку защищать и победа. Это на нас нападать должны. А у них там какой-то экшен сумасшедший идет. Хорошо. Так. Разрулили, молодцы там. Фарас, кажется, справа опять. Так, трейсер. Такая шустрая. Хрен попадешь. Полминуты. Осталось 30. Жнец ультует. Ну и чего, и где они? Так, здесь подходит кто-то. Вижу. А, это вдова там стоит, снайпер. То есть она вот здесь стоит. А ее уже сняли. Понятно. Ой, а что, мы же еще... Так, убили фару. Защищаете. Там кто-то остался еще. Тут много народу осталось. Трейсер, во-первых, минус. И фара, кажется, еще где-то была. Давай, оп! Да, конечно, оп! Какой еще оп? Что это такое? Ой-ой-ой-ой-ой-ой! На, ну бастион есть, хотя защита, защита... Ослабляемся. Быстрее, побежали! Нет! Но! Есть время, есть время, есть время, есть время, есть время, идет время идет. Еее, изи. Победа. Так, ладно. Каратенечко. Отличный дамаг, очень мало хп, великолепная точность. Может работать на самых разных дистанциях, просто нужно выбирать. Я уже думал, что меня за что-то наградили, но у меня не было вообще момента даже близко. По фаре, бах, 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 бах. Хорошо, трейсер впереди. Светошумовую кинул, промазал. Убил трейсер по попе свинца. И тут ульта... Жнеца в молоко отлично отыграл. Такая реакция классная. Видно, что товарищ прям вот четко срабатывает. Ульту норм покажи. И если бы знать, как показывать ее. Надо, конечно, просто нажать на Q, потом ждать, а потом нажать на кнопку, левую кнопку мыши. Когда увидишь достаточное количество черепков. И все. Лоу-майкер болеет за противников, есть время, есть время. Да, я что-то подумал, что это шкала негативная. На самом деле, это им надо было беспокоиться. Мы же защищаемся. Так, давайте ульту. Ульта сейчас будет. Сейчас настреляем на ульту, зажмем, прицелимся. Там две кнопки фактически. Q нажал и левую кнопку мыши. Та же самая карта, но за атаку. Бесстыжий, КК, ГГ, ММО. Так односложно, что прям фу, фу таким быть. Появился любимый персонаж. А, вообще мне Ханзо очень нравится. Ну и, конечно же, красавчик. То есть Ханзо скорее на атаке, хотя он на защите значительно лучше, чем на атаке. Красавчик Ханзо. Ну, трейсер, но я не умею пока играть, поэтому лучше ей наиграть побольше, а потом уже... работать. Так, у нас два Макри, есть фара, два танка, очень хорошо, кстати, и солдатом Джесси Лол. У противников пока не ясно, кто. Можно, конечно, позаглядывать в окна, посмотреть, но здесь вроде они не палятся. Не подходят, не пытаются как-то в агрессию сыграть. То есть, скорее всего,
Там будет либо бастион, либо, блин, гном, короче. Сложное у него имя. А как же снайпер с бедрами? Снайпер, ну, понимаете, снайпер, он очень требовательный к точности. То есть, и как только... А я, в общем, неточный. Ой, испугал меня как... Так, там свинопас. Турелька стоит? Да, турелька стоит. Ее там сверху фара, да я снизу. Легко подбреем. Турельки нет, хорошо. Очень хорошо. У нас сейчас есть время, чтобы на эту ворваться, на точку. Они... Вот, это как раз минус. Минус ранних вот таких вот аркадных атак. Если у вас там, вы там поляжете втроем, вдвоем, то до свидания. Первая точка отдается сразу же. Поэтому чаще всего люди не рискуют и стараются, ну, чисто точку защищать. Хорошо, минус два. Оп, парам-парам-пам. Там турелька работает. Надо ее постараться обойти. Ну, хрен ты ее обьешь. Обойдешь. А, он ушел еще. Или ее просто сбили, пацаны. Так или иначе. Ой, это ульта турельки. Бастион. Не, нельзя, нельзя, нельзя. Вот так вот. Ну, я умер, конечно, но смысл в чем? Серия выстрелов, оглушение, перекат, серия выстрелов. И дэмэдж входит очень серьезный. Особенно по танкам. То есть там не промахиваешься ты вообще. Выпускаешь все 6 патронов и... И все. Все в тушку, все быстро. Так, там фара кричала, кажись. Блин, никакой разведки нет. Непонятно, кто где. Вижу турель. Тем более, она там боком стоит. То есть, да, и сняли турельку. Но она боком стоит, щит не прикрывает. Она на кого-то, видимо, отвлеклась. Попробую зайти наверх. Тут... А, уже все, что ли? Ну, как так-то, ну? Давайте еще разок, а то как-то не круто получается. Они зафейлили начало, и все. Ну и потом какой-то, я не знаю, что там произошло во время штурма. Ну, сейчас, может, посмотрим этот момент захвата второй точки. А, это внутри, это в самом начале. О, а у них была симметра, оказывается, и они делали ставку на вот этом вот здании. То есть бежим на турельку, а вот справа оказывается комната, в которой масса ловушек. И там, и свин. Чудесно. Спрогнозирую киберспортивное будущее Overwatch. Я думаю, что популярность будет не хуже, чем у Heroes of the Storm, если они оставят модель фри-то-плейную. Потому что играть весело, персонажи харизматичные, разноплановые, остальные параметры на уровне Близзарда. Ну, музыка, звуки, там... проработочка, чувствуется, что это даже бета, а у нас, когда тестировали, претензии были разве что к поиску игр, когда вас много, и то, скорее всего, это скорее фишка, а не баг, потому что сейчас мало участников, и, ну, короче говоря, не ищется, долго ищется, если персонажи там 3 или более. Вдвоем еще можно поиграть, а вот втроем уже сложно найти игру. Сама позиция компании Blizzard относительно киберспорта такая же, как в Hearthstone или в Heroes of the Storm. То есть, если игрокам будет интересно, то они будут саппортить. Но смысл в том, что уже многие ведущие коллективы начали собирать команды по Overwatch. И, ну, на Good Game, я думаю, мы будем проводить турниры. У нас уже интеграция сделана с Battle.net, поэтому грех... Грех не побегать, не пострелять.
Вот, это весело, в конце концов. Я немножко грущу в том плане, что сейчас не могу играть за того героя, за, ну, за тех героев, которые больше нравятся. Ну, потому что героев там 18 штук, и хотелось бы немножко за каждого поиграть. Но даже если ты, тебя просто насильно заставляют играть за того же самого Макри, ты через некоторое время... тебе начинает нравиться. То есть ты понимаешь механику потихонечку, у тебя начинает получаться как следствие. И все, и пошло-поехало. Так, у нас в команде опять Фархим, опять два танка. Есть снайпер, есть трейсер. И появился ну, короче, этот товарищ шарообразный. Не помню. Не помню, как правильно. Зачем я лезу вперед, тоже не совсем понятно. Опять неправильно среагировал на солдата. Вместо Ешки я зачем-то начал выцеливать. Он пропустил танков грамотно и начал работать по хилым товарищам. Дзиньята, да, дзиньята. Стальные шары. Ну, можно и так его назвать. В любой непонятной ситуации Е... В любой непонятной ситуации Е. Ой-ой-ой-ой, эта ситуация была тоже непонятная, но... Причем это был хедшот, судя по всему. Да, это был хедшот. Ну, потому что 200 хп с снайпер не снимает, если это не хедшот. Капец. Классно. Так, я попробую... Попробую тогда поаккуратнее подходить. Там жнец внутри. Турелька работает. Блин. Да я не знаю, как ломиться. Так, вот сейчас уже можно, норм. Зашли вроде. Где кто? Ё-моё. Капец. Так убого. Причем на нем висел дебаф еще. Ну на! Давай, заходи, заходи. Тебе нужно заходить. Хорошо. Так, 3 минуты до объекта А. Мы уже его сильно прошли. Вижу, турель ставится. Вижу, идет сюда. Отлично, есть ульта. Настрелял, называется. Но они уже забили на эту точку, видимо. Хотя нет. Два солдата справа. Есть, готово. Захватили. Времени с запасом на штурм объекта следующего. Но, конечно, все зависит от их обороны. Мне нужен вижен для хорошей ульты. Мне нужен вижен. Чтобы... Блин, плохо. Плохо, плохо, плохо. ХП у меня маловато, то есть мне ни в коем случае нельзя подходить слишком близко. Турелька мочит сверху. И снайпер мочит. Не вижу, правда, откуда. И это плохо, что я не вижу. Хорошо. В спину поработал. Ой, там ульта этого. Ульта солдата. Вон, видите? Ешечка. Ой, ульта жнеца отлично залетела. Я там танка просто настрелял на него. Но жнец спрыгнул просто шикарно. Необходимо выбрать позицию для ультимейта. Я не знаю, скорее всего, где-нибудь справа. Через главный вход ты никак не войдешь и умрешь очень быстро. То есть нужно как-то увидеть,
увидеть сначала врага. Блин, капец. Опять с хп проблемы. Причем, чем лучше вижен, тем... Ну... Не допрыгивает он до таких тем. Разве что под щитом можно это сделать. Не знаю. Везде проблемы, понимаете? Куда ни глянь, везде враги. Если только здесь идти. Давайте попробуем. Оп. Оп, спровоцировали. Давай, кто-нибудь. Давай с тыла тогда. Тихо-тихо-тихо. Там турель, во-первых, можно к ней зайти назад. Да блин! Твою налево. Как же мне сделать-то? Как же зайти-то, ёшки-матрёшки? Турель такая злая. А тут уже выход. Опять Е не заюзал. Опять не заюзал Е. Перекат заюзал, но сначала нужно Е, а потом перекат. Ну и главный дамаг, конечно. Нет, главный дамаг, кстати, Бастион нанес. Хорошо. Оглушающий, кстати, наносит еще и урон. Ой, тут турелька стоит. Хорошо. Это было очень нагло с его стороны. О, есть ульта. Может сейчас зайти? Давай. Ну. Нет! Твою налево, там только-только появилось. Короче, не было цели, кроме этого. Это просто унижение. Атакуйте Б. Есть время. Но ему нужно, чтобы он стоял где-нибудь далеко-далеко, чтобы не было снайпера, он всех видит и стреляет. Только, то есть целится спокойно, долго. Сейчас надо проходить к турелям. Там две турели. И это серьезная проблема. Блин, они реально жесткие, эти турели. Я бы сейчас поменял персонаж, на самом деле, чтобы можно было зайти в тыл и поработать. Но, учитывая то, что мы и плюсы, и минусы героя. Вот, пожалуйста, минус. Как зайти им на, ну, на закрытую такую вот базу? Пошла ульта танка. Так, одну турель убили. Я все равно в тыл. Фара стреляет, ультует. Е! Давай! Е! Хорошо, и оглушение попало. Выстрел, конечно, косо, но после, но вторая серия уже добила. Так, у нас есть... Так, тихо-тихо-тихо, тут враг. Приняли на респе прям. Убил еще кого-то. Не вижу, правда, кого. Нет, назад. Там жнец. Ульта готова. Полторы минуты, ребят. Полторы минуты. А у них сейчас есть время для организации обороны. Ох, мы так были близки. Хотя, да, пошли уже умирать. Один, второй, трое живы. Но один битый. Сейчас его за месяц. Да, минус. И нас только двое здесь осталось. Жнец. Но это единственный маршрут, по которому я более-менее могу пройти. Понимаете? Ой, красавчика взяли. Вот это подстава, конечно. Тут еще эти должны быть. Ладно, оп. Блин. Надо сначала серию в таком случае. Потому что если мы не убиваем противника с одной серией, то надо сначала делать серию.
оглушение, потом следующую серию, иначе не получается. То есть я отстреливаю одну серию после оглушения, на вторую в меня кидается хук. То есть если встреча идет с человеком... Блин, надо ультануть. 37 секунд. Ёшки-матрёшки, ну как так? Заходим ультуем, что ли? Да все трупы там уже внутри, ну. Танк подходит, хорошо. Сейчас расплачу. Ну и... Если цель прячется, то до свидания, извините. 14 секунд. Пробую сзади зайти. Ну, убил турель, но тут трое, так что забейте. Давайте еще разок Макри сыграем. Я хочу нормально хоть разок ульту заюзать. Кстати, можно... Ой, дополнительное время. Кстати, можно ульту отменять же еще, правильная тема. То есть правой кнопкой можно ульту отменить. А, не добегу я все равно. То есть если вы видите, что все хреново, отменяете ульту и все. Причем можно даже тогда пугать противников, юзая ульту тогда, когда вы ее заведомо юзать не можете. Для того, чтобы, например, сбить психологически снайпера с позиции. Блин, реально, можно же так делать. О, какая боль. Ну, так, намазал в конце, но ничего, все равно хорошо. Очень хорошо. Так, еще разок за Макри. Надо попробовать. Да-да-да, надо за щитом или за куполом, то есть вместе с танками юзать, пытаться. Потому что это очень сильно должно пугать, и плюс у тебя за щитом есть возможность 25% меткость. Это стыд, просто стыд. Модельку сперли из Mass Effect. Слушайте, тут если копать, то можно к таким истокам прийти. Вообще можно там какому-нибудь... Часть оружия на Duke Nukem вообще похожа. Там первая квака, вторая квака. Unreal Tournament. То есть, в принципе, очень... Очень много заимствований. Ну, а что еще придумаешь-то? Так, у нас ожидание игроков. Можно попристреливаться. Как раз поаркадить. Прочитай совет про ульту. Попробуй ее из-за угла потом нажать, потом выйти. Да, да, кстати, у него есть 10 секунд для того, чтобы нормально прицелиться. Поехали. Приготовьтесь атаковать. То есть нажимаем заранее, но все равно нужно некоторое время подержать противников на... ну, то есть, чтобы они были перед твоими глазами. То есть, в идеале, ты стоишь где-то далеко, перед тобой находятся противники, которые, например, охраняют точку, то есть, каждый на своей позиции никуда не собирается уходить. Ну и, в общем-то, ты всех видишь, все нормально. У нас нет саппортов, к сожалению. Атака на этой карте. Опять атака на этой карте, вы издеваетесь. Без саппортов. И один танк с никнеймом Warface. Настораживает. Ой, настораживает. Ничего, ладно. Слушайте, он стреляет четко в одну точку. То есть... То есть он... У него нет разброса вообще. Атака начнется через 30. Или есть? Я не вижу вообще разброса. Блин, у него нет разброса. Это мишень, она не говорит о разбросе. То есть он реально снайпер. То есть, если вы научитесь им стрелять одиночными выстрелами точно, вы будете мочить всех вообще. То есть, снайпера снять легко. Там Ханзо какого-то пострелять тоже, потому что выстрел быстро летит. Так, тут уже есть враги. Я накидываю потихонечку. Есть. Вижу, там кто-то стоит. Там турель строится. Убил турель.
Ну проходите, пацаны, проходите, смелее. Еще турель минус. Вражеская турель уничтожена. Хорош! Вот это хорошо было, видели? Гнома полностью унизили. И две турели ему сломали, и самого убили. И почти ульта готова. Вообще молодец. Вот здесь вот можно ульту, кстати, заюзать на точке. Они сейчас вернутся. Вот турелька работает, я слышу. Только где? Трассу не вижу. Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Блин, не зайти к ней, вообще жесть. Я думал, хоть как-то там протиснусь, ё-моё. И тут падает такое чудо. Ой, извините, шляпу забыл. Так, поехали. Сосредоточьтесь на объекте. Ну и только не берите от... А... Мне негде будет потом показывать ульту. И все живые. Блин, подстава. И турель сломали, все сломали. Ладно, будем тогда за танком ультовать. А тут танка нет, кроме Зари. Хорошо. О, хилка. Появился чекпоинт здесь. Ну, поехали. Давай, испугаем их. Сейчас расплаты. Отмена. Я передумал. А, 50 тратится на ульту. Ничего себе. Вот это поворот. Так, телепорт. Так, фара. Вижу, пострелял, но только разок попал. Половину обузить ульт не получится, кажется. Так, ультует этот. Снимают проценты. Как такие проценты дикие. В редком банке такие есть вообще. Ох, турельку как... Видели? Видели турельку? Да ладно, сейчас Б захватят уже. Ребят, не захватывайте, прошу. Ну дайте ульту юзнуть хоть раз. Отбейтесь, 7 минут. Еее, вроде отбились. Да, нормально. Фух, слава богу. Еще есть шансы. Миш, хватит троллить, покажи ульту. Так я ж не знал, что снимает 50%. Ух ты, как хорошо Ханзо закинул. Блин. Встретил-то здорово Фархима, но... Извини, ты можешь лечиться по-другому. Троллька работает, да? Не, так ее не пробить. Фару вижу. Можно и попробовать отстрелить. Два трупа, ёшки-матрешки. Ну, фара, взлетай. Там мои товарищи дохнут. Час расплаты. Ну. Один, второй. Давай. Оп, минус два. Ну, то есть, ждете, когда появится... Хорош! Понятно. Фархим выходит из-под щита. Заканчивается щит, на самом деле. Серия убийств. Пойду-ка я с тыла. Хватит. Там турель просто ставит опять. Иди сюда, иди сюда. Иди сюда, иди сюда. А, проиграл! Извини. Ну, понятно, в общем, вы смотрите, ждете, выцеливаете. Как только появляются черепки, значит, можно стрелять. Пим-пим-пим. Делайте выстрел, это будет ваншот. Да ладно, я лучший! У-ху! Сейчас этот момент, кто пропустил. Та-ра-дам! А, раз, два, и потом бах, 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 бах. Давай этого еще, покажи, перекат. Хоп, оглушил, и серия, бам-бам-бам, хорош! Мне кажется, норм, я плюсую. Давай, давай, накидывай, накидывай, плюсики бобру, 4, 5, эпик, еще, еще!
7, до десяточки 8, ну, 9, ну, давай. Блин, жадный мой. Хорошо, на этом первая часть, ну, кратенький обзор Макри завершен. Останавливаю запись, переходим к следующему. Что ж вы скользите-то так? Иди сюда! Но! Ой, я умру сейчас. Не, не умер. 10 убийств. Еще минус. Еще. Давай. Нет, не ульта. 11 убийств. 11, Карл! 11! Ох, пошла жара!